Оценка стоимости изымаемого недвижимого имущества определяется риэлторскими компаниями, независимым оценщиком в установленном законодательством порядке. При этом стоимость недвижимого имущества определяется оценочной организацией на момент, непосредственно предшествовавшей взятию этого имущества, когда известие о предстоящем изъятии еще не повлияло на стоимость имущества. Вот очень многие наивно думают, что после известия об изъятии цена упадет. А в некоторых трущобах цена могут и после этого закона подняться, потому что им гарантируется жилье в этом доме размером намного больше, чем была старая квартира, многоквартира на одноэтажном бараке. И эти люди, я уверен, таких жильцов много, и они будут после этого закона обращаться, в законе сказано. Граждане, организации могут обратиться в мэрию города Бишкек, чтобы их собственность был включен именно вот этот список изъятия и сноса. Для многих граждан это будет, возможно, единственное спасение. Да, вот, там несколько поколений живет в таком маленькой квартире. Многие даже будут проситься бегать в город, чтобы включили именно их дом, чтобы они могли через год там получить просторные современные вот квартиры. Бывают разные моменты. Некоторые, так, да, цена может там подняться. В некоторых местах, если это коммерческого характера земля, цена может упасть. Вокруг рынка, Ошского рынка, цена может упасть. А вокруг там железной дороги, где вот сарайлар бар, теміржолмен өткен дорога, там цена может подняться. Около 1000 старых зданий. Если в среднем, я просто говорю, по 100 тысяч, это 100 миллионов долларов. Кроме этого, нужно подвести коммуникацию и там подобное, и предоставить будущим инвесторам не точечно, участок не точечно, для точечного застройки, а коврового, там, целый квартал, где предусмотрены все вот социальные вещи, и детские площадки, спортивные площадки, если нужно, это огромный большой квартал, и школа, и тому подобное.